Сегодня печки опять обжигаю. Уже он вся облетела, краска. А то печки кончились, надо делать опять. Люди звонят, а печек нет. Дочка тут контролирует. Меня просили рассказать про баню. Баня вот небольшая. Она примерно, наверное, 3 метра. Ну, я там размеры писал как-то в комментарии. 3 на 4,5, наверное. И еще, я в Америке живу. Многие думают, что в России, там пишут комментарии. Нет, я в Америке живу. И вообще у нас здесь баню нельзя по закону. Она должна быть только электро. Но для русского человека нельзя это еще... Если бы категорически нельзя было, это понятно. А нельзя — это вопрос такой. Но ничего ж не случилось, правильно, значит, можно потихоньку. Ну вот такая баня. Ей уже примерно 18 лет, этому домику. Я его красил уже один раз. Ремонтировал, так сказать. Вот. Крыша мухом покрылась. Потому что у нас очень много дождей. Что я сделал? В общем, подвел сюда электричество. Вот провод. И вывел розетку с бани. Берешь вот так вот ее, включаешь. И есть свет внутри. Чтобы не заморачиваться, не тянуть сюда провода. Просто переноской подключается. Чайник можно вскипятить. Вот. Там много розеток. Полочки сделал, все такое. И сделал вот такой светильник, поставил здесь. Сейчас шапки уберу. Вот. Вот. Просто лампу на прищепке. Лампа на прищепке. Хочешь больше света в бане — повернул туда, хочешь — отвернул. Баню делал реально со стройки, собирал всякие кусочки. Вот здесь заметно, да? Вот кусок, вот маленький, вот вставка. В общем, все это очень дешево. Дверь делал сам, тоже из досок. Вешалку делал сам, утеплял внутри. В общем, доски такие идут, вот она. Эта доска называется 2x4. 2 это 2 инча на 4. 2 на 4. Доска стандартная в Америке. Используется при строительстве. Вот из нее такие стены. Потом снаружи идет бумага. Тувик такая есть специальная. Она влагу не принимает, но выпускает. И сверху потом уже обшил такой фанерой декоративной. Изнутри. А, внутри между ними идет пенопласт. Потом идет опять же бумага. И получается, здесь баня, она как термос. Если зимой зайдешь, закроешь, немножко протопишь, в ней тепло долго держится. Летом наоборот. Зайдешь, когда жара на улице, в ней прохладно. Она как термос. Вот. Все это купил, все материалы, недорого, реально. Она мне, эта баня, вместе с печкой полностью обошлась в районе, ну не знаю, может быть, $1200. Вот так примерно. Как-то считал, не буду сейчас пересчитывать. Сделал люк такой. Отодвигается, можно полностью закрыть. Приподнять его и закрыть полностью чердак. Но, когда баня закрыта, отсюда идет забор воздуха для печки. Потому что газ в поддувало, чтобы был доступ воздуха. Я даже здесь бывает этой штукой регулирую больше-меньше. На улице с торца стоит решетка. Оттуда на чердак забирает воздух. Заходит, а с чердака уже идет печку в поддувало. Также в бане дверь купил тоже в строительном, ну, у нас называется Goodwill, это где компании материал свозят, чтобы не выбрасывать. Она новая буквально, что-то где-то, видать, осталось лишнее на крупном объекте, и большие компании, чтобы не заморачиваться, не сдавать в магазины и выкидывают их в мусор. Но чтобы не выкидывать, приезжает компания специальная и этот мусор собирает. И всем хорошо. Этим не надо платить, чтобы выкинули, а тем не надо. То есть дешево взял или бесплатно и за какие-то копейки продал, что-то заработал. Поэтому вот такая история. Дверь стоила $18. Она железная, с пенопластом тоже внутри, с пеной. И замок я купил за,
долларов 20, по-моему, дороже, чем... А, и петли, да, замок и петли. Петли тоже я брал. На трех петлях сидит, я ее врезал. Вот. Следующее. Баня небольшая. И здесь в идеальном таком состоянии это 3 человека. Комфортно, втроем. Максимум 4. Сейчас я внутрь туда направлю свет, чтобы там светлее было. Если не будет хватать, включу фонарик. Я с собой взял такой, который на голову. Так, про печку спрашивали. Я иногда ее протапливаю дровами. Вот. Но на газу чем хорошо? Ты нагрел, накалил камни и потом просто их поддерживаешь. Я тут не провожу время там по полдня. Ну, 2-3 часа. Все попарились, отдохнули, помылись и ушли. Все. Функция такая. Металл на печке. Я не знаю, он, наверное, ну, по-русски, ну, сантиметр, наверное, десятка, да, будет вот так. Металл толстый. Дверки тоньше, а металл на печке, он такой толстый. Потому что, ну, в общем, я в компании работал, я размеры сделал, мне его нарезали, привезли готовый. Я его просто как конструктор собрал. Вот, вырезал эти дверки и уже в накладку положил потоньше металл. Так что печка, она сама, если прогреется, она остывает долго реально. Плюс, внутри, если взять печку, вот как бы здесь топка, да, с этой стороны, то вот в этой стороне, в углу, я вварил трубу. А внутри вот так, наискосок, сделал перегородку, примерно сантиметров, наверное, 10. И пламя получается, оно как бы ступеньку имеет. То есть не сразу в трубу улетает, а немножко задерживается. Пойдемте внутрь. Сейчас я фонарь все-таки одену на голову, чтобы было светлее. Так, заходим. Обшита елка, наверное, доска. Я не заморачивался там, никакого кедра, ничего. А поверху вот доски. В ряд пустил, это кедр. Он чисто для запаха, это так. Эта доска заборная идет. Она не пропитанная химией, простая. И поэтому она стоит где-то 3 доллара штука. Запаха нет. Доски открутил, она на трех шурупах сидит. Поставил новый, и когда паришься, реально здесь такой запах, как будто в кедровой бане. Вот печка сама. Здесь что получилось? Она сначала стояла на кирпичах, на полу, на досках. Ну, примерно лет через 7 доски сгнили, и печка стала вниз оседать вместе с полом. Я это все разобрал, дело, под печку поставил машинный домкрат, поднял ее сколько надо было, под кирпичи, под все эти, и залил такой бетонный, ну, сделал опалубку и залил бетон, сверху плитку положил. Здесь теперь вода стоит в ведрах, я приношу, допустим, кипятка, ведро, здесь воды нет, она была вода, но я не стал. Так ополоснуться можно вполне. Не стал здесь воду греть это все дело. Вот. Короче, подлил под печку как бы базу такую, немножко бетон, и там он подлил в ту сторону. И она теперь стоит жестко на земле уже, на грунте. Сзади поставил сбоку экран, чтобы не грело стенку. Потому что печка накаляется, реально стена-то не дотронешься, чтобы не загорелась. Здесь сделал такие ручки, чтобы можно было переносить, поднять и вдвоем ее. Не знаю, сколько она весит, очень тяжелая. В общем, сделал такие борта с боков. Два, не знаю, сантиметров, наверное, по 15 примерно. Может быть, чуть меньше, 12. Сделал коробок такой, сверху набросал камней. Лью воду прям туда, она как в чаше. Там испаряется, получается, ну, баня, как сказать, мокрая, да? Но не сильно, потому что температура большая, вода испаряется, она там не стоит. То есть это железо, чтобы прогнило, это ему, не знаю, лет 100 надо соленой водой поливать. Реально там металл сантиметр, может даже 12, я не знаю. Ну, реально очень толстый. Камни вот такие речные. Большие, там внизу плоские. Ну, примерно, ну, около ведра камней. Там литров 20 ведро. Ну, чуть меньше, может быть. Вот. Кирпичная стенка не греется
та стена. Здесь была вода подведена. Я ее потом заглушил, не стал пользоваться. Говорю, воду просто приношу. Ополоснулся. Со стен смола он лезет. Но это уже такая, она как стекло. Она уже не мажется, ничего. Запах только есть, когда разогреешь баню. Ну а так вкратце. Вывел на улицу трубу. Вот, вывел трубу. Она, эта труба, ну как, два слоя идет. Внутри вставка и рубашка снаружи. Это стандартная каминная труба. Городская, американская. Бутылка вот такая вот. Поддаем ей слегка. Или ковшом. Вот ковш. Надо, подкинул побольше. Вода стекает вот в это отверстие. Но чтобы не дуло, я его закрываю тарелкой. Тогда тяги нет. Сквозняка нет. Полок тоже сделал. Тоже с этих 2x4 доска 2 на 4 инча. Инча, не дюйма, инча. Будем по-английски рассказывать. Это стульчик, кому не хватает, чтобы запрыгнуть можно было. Сделал такой подголовник. Или так можно его ложить. В идеале здесь лежать, конечно, одному. Такая баня небольшая, говорю. Парилочка небольшая, и поэтому... Вот так. Все очень-очень просто и недорого, скажем так. Домик маленький, в любое время можно его законсервировать и все. Потому что она здесь как бы нелегальна. В нашем районе здесь баню нельзя. Вообще как в городе, в черте города. Дверь сделал на пружине, она съемная. Расстегнул, посушил, одел. Дверь закрывается, опять подтягивается. Вон ее толкаю ногой. Назад заходит. Сейчас можно снять. Все. Тебе свободный ход. Открываю ее, она сохнет. Особенно летом. Это все быстро происходит. Ну, как-то так. А это просто окошко сделал. Пластиглаз, или как он называется. Короче, с плекса. Сделал рамочку. Вот. И она такая. Легкий вариант, в общем. Тоже. Здесь вставка идет внутри. Потому что доски идут в стороне. Между ними там такой шнурок, как асбестовый, чтобы она не нагревала саму структуру. Стенку, в общем. Ну, вот такой предбанник. Небольшой. Летом бассейн во дворе стоит. Можно выйти, окунуться. Лампу вот так отвожу сюда. И получается внутри такая атмосфера. Ну это так вкратце. Не знаю, что еще рассказать. Что именно. Все очень просто, в общем. Мне нравятся такие простые решения, без заморочек. Печка металл толстый, очень тяжелая, прогревается, остывает долго. Вполне этого хватает для этого помещения. Здесь реально, ну сколько? 1,80 м, наверное, на 2,5 м. Ну что это такое? Тут можно, не знаю, спиртовой таблеткой протопить. Поэтому кто-то говорит там, что как бы маловато, там газ не прогреет. Ребята, прогревает. Уже пользуемся ей лет, наверное, 18, сколько живу. Ну, 20, а как поставил, наверное, лет 17-18 примерно. Нормально. Все было прекрасно до сегодня. Прогреться, пропариться можно. Обалденно просто. Поэтому, что-то, если будет вдруг непонятно, я не знаю, ну, дополнительно вопросы задавайте, объясню. Радио. Полочка. Даже вон у меня тут коллекция китайцев сидит. Таких вот.
Мне нравится. Я их убрал, чтобы не разбили, пацаны. Так что, ну, как-то вот так вкратце. Я говорю, можно дровами топить, но от них дым. Поэтому газ, чтобы соседей тут не было лишних нареканий и проблем, топлю газом. Баллон стоит под столом, не мешает никому. Иногда ставлю его в такую как бы, ну, чашечку, потому что, ну, как тарелка большая такая там есть. Он сильно, ну, лед на нем образуется, как конденсат. Потом тает, там лужа стоит. Ну, чисто вот так. Не всегда, опять же. Это от погоды зависит. Когда тепло, то нету. Когда, если холодно сильно, как сильно, минус 5 и больше. Но у нас такое очень редко бывает. Поэтому вот такой домик вкратце рассказал. Что непонятно, задавайте вопрос, еще раз говорю. Когда-нибудь, если будет место, будет возможность, можно хорошую баню поставить. Но это вполне меня устраивает. Для нашей семьи пошли, покупались, попарились. Все четко. Ну вот. Вешалка тут для полотенец. Тоже чопики выстрогал. Они вытаскиваются, если крутануть. Я их туда забил просто. Вот так. Покрасил такой краской внутри. Водоэмульсия. Она экстерьер, то есть наружная. И есть такие глосс, там блестящая, значит, или матовая, как бы вот. Я такую среднюю взял. Она и не блестит, и не сильно матовая. Чтобы. Ну хорошо. Что-то будет непонятно. Задавайте вопросы. Здесь на ключ можно закрывать замок. Ключи вон висят. Так что можно как сарай использовать в крайнем случае. Стенку убрать эту. Загонять газонокосилку. Складывать сюда всякий инструмент. И так далее. Ну что там печки? Хорошо. Обгорели? Почти. А? Помощница моя. И кошка с тобой? Да. Греется здесь, да? Да. Вот неуклюжая такая. Скоро котята будут. Поздоровайся. Эй. Колобок. Ясно. Ну все, с печек начали, печками закончим. Все уже облетело, обшелушилось. Сейчас остынут. Пойду вытряхну золу с них. Почищу щеточкой. До свидания. До следующего видео. Если есть вопросы, спрашивайте. Всем удачи, здоровья. Берегите себя. До следующей встречи.